Доброго денечка или вечерочка, да и просто хорошего настроения. С вами, как всегда, Зипа, и сегодня мы продолжаем проходить от World Soul Storm. Это уже, по-моему, 22-я серия по счету будет, это уже ужас какой-то. Она очень сильно затянулась. Если не смотрели прошлую серию, то посмотрите, там я начал проходить депо Фико. Это депо должно принести нам спасение от отравляющего эликсира, которым травят всех мудаконов, которыми... отравляют их уже очень-очень давно, с помощью которого мудаконы попали в рабство, собственно. И мы сейчас переходим от места к месту в депо Фико. Есть свои трудности, но пока что ничего такого сверхъестественного сложного я еще не встретил. Но я думаю, что все впереди, поэтому погнали. Так, здесь, смотрите, 80 мулы нужно, у меня сколько-то? 182 даже, ухо. Отлично, здесь бутылочки сдаем. Прекрасно. Проплачиваем проход. Здесь что у нас? Парни, подождите, я думаю, что здесь у нас секреточка. Да, так и есть. Тут еще бутылки. Какая прелесть. 15 бутылок, это вам не шутки. 25 бутылок, охереть. Ага, все, секретку я подобрал. Прекрасно, идем. Идем на место. Сдаем сразу бутылки эти. Они, в принципе, не нужны потом в дальнейшем. Сохраняемся. Здесь что у нас? Резинки. Надеюсь, халявные. Халявные резиночки сразу крафтим. Ничего мы не скрафтим. У меня и так полно этих леденцов с резинками. В общем-то, я думаю, что мы уже очень близки к завершению. Очень неудобный ракурс. Откуда они полезут, я тоже не знаю, не вижу. Двоих пристрелили. Не, так не пойдет. Давайте попробуем. А, еще и... Не, так не пойдет. Давайте. А, там пристрелили самого Эйба. Я думаю, что вот он и настал тот самый неудобный геморройный момент, где либо будут уничтожать Эйба. Сразу же Эйба пристрелили. Я не знаю, ребятки, это походу будет жопа. А как же, а чё же? Давайте попробуем вот эту херню покидаться. Ой, очень-очень странно то, что... Мне помощник туда направляет огонь. Но при этом я в них как бы не попадаю. Одного все-таки пристрелили. Ой, ну ладно, это малая кровь. Малая кровь. На самом деле, я не хочу перепроходить еще в очередной сотый тысячный раз, потому что это все только напрягает. Потащим тех, кто согласился выжить. Согласился выжить, конечно, странно это все звучит. Оу! Всех их там расхерачило. Шлагбаум уже закрытый для идиотов. Стойте дальше от платформы. Всегда, блин. Да твою мышь. Нихера себе, там, блин, поезда ездят.
Шевелите батонами, иначе сейчас будет фарш из вас. А, там снайперы. А что мне делать со снайперами? Очень странно, он долго прицеливался, непонятно почему так. Но очевидно, что геморрой будет здоров, потому что я пока что не вижу, как бы можно было бы здесь пройти. Сейчас их всех раскатает. Плохо то, что нету сохранялки немножко позже. Они будут прыгать, интересно, со мной. А тут и бессмысленно, потому что он туда-сюда палит. Я думаю, что я здесь один должен идти. Сука, проклятие какое-то, я не знаю. Быстро, очень быстро. А если вот эта штука, у тебя не рычаг, чтобы открыть и перемещать и получать доступ к предметам? Сейчас один поезд остановится, и туда можно будет приехать. Но мне нужно теперь еще остальных спасти. Ну, как назло, я не могу нигде сохраниться. Интересно, здесь вниз я тоже могу поехать, да? Тут вроде из Гауптвахт никто больше не должен вылезти, везде по нулям, вроде.
Я думаю, что мне резинки никакие не понадобятся, потому что у меня сейчас на данный момент нужно отправиться в поезд, а там, скорее всего, уже я сбагрю все остальные предметы, которые у меня есть. Ну, смотрите, сколько я их? 6 не спас вообще. 6. 11 где-то их еще осталось. Я даже не знаю и даже не видел никаких других мест. То есть это совершенно было не очевидно. Ну что? Да. Ну, мне кажется, Дипофико сейчас не закончится, потому что только одним поездом вряд ли мы сейчас отделаемся. Ух ты. Парни, в ваших интересах быстрее это сделать. Да, всех не удалось спасти, потому что я не знаю, где они все-таки ковыряются, лазят, но как бы и искать тоже не особо хочется. Добраться в депо Фико. 46 минут. Перейти к следующему заданию. Погнали. Сортировочная станция. Итак, мы на станции. Погрузи антидот на поезд. Антидот почти в наших руках, но его нужно погрузить на поезд. Подсказка, не упускай из виду вагонов с антидотом. Зачем ты еще раз потрогал? Ну, конечно, я тут ходил в прошлой серии, ой, серии, говорю, в прошлой локации, как бомж, собирал, и мы все оставили в поезде. А зачем? Новое насобираем. Так, хорошо, окей. Тихонечку собираем. Здесь вот дверь открыть нужно. 50 мулы. Уже бабки требуют. И мне не хватает. Ну, бутылок много, в принципе. Если есть где-то автомат с бутылками, можно сдать. Да, вот он, кстати, как раз стоит. А я и так уже мулы насобирал. В принципе, достаточно. Ровно сотку. Возьмите контейнер с ингредиентами и погрузите на кран. Тут замок висит. О, этот замок могу открыть. Вот прикол вообще. Какие хочешь, такие открываются. Какие не хочешь, такие не открываются. Серьезно, снайпер промазал? Они же тут читеры.
Камень, орудие ближнего боя. Идиот, конечно. Ступил я конкретно. О! Блин. Слушайте, ну это лайтовый момент, и я вот так вот затупил просто-напросто. Я думал, что камнем он хотя бы, ну, там, не знаю, там вырубит. А он взял, прицелился, и все. Готов, как говорится. А, это гениально. А чё, недостаточно сложная же игра. Просто будем усиливать сложность, усложнять самому себе с помощью вот этого дерьма. Хорошо, тухнет хоть. Не цепляется, прикиньте. Я не могу сделать дымовуху. Не-а. Да, красивое здание. Кажется, приехали. Сразу вспомнился мультик Шрек, где, помните, они отправлялись в 39-е царство по приглашению. И осел сидел, постоянно повторял: мы уже приехали, а сейчас... Классный мультик. Кстати, он очень уже старый мультик. Если вдруг кто не знал, то посмотрите год выпуска мультика Шрек, и вы охренеете. Почувствуйте себя внезапно старым. Просто как древнее говно мамонта. Так, а зачем мне эти дебилы? А, бесконечная гауптвахта. Добрый вечер, блин. Здрасте. Но эти здесь бесконечно будут вылазить. А, мне туда пересесть надо. Блин, а до туда я не достаю. Я походу понял. Короче, нужно довольно быстро и четко реагировать на то, где они находятся, и только при удобном случае выходить из тела одного и переходить в тело другого.
Ну вот этот здесь появится, нет? А, добрый день. Очень много я потратил на вхождение в этого, поэтому мне сейчас не хватит 100%. Мне нужно облететь сверху. То есть, либо дождаться, пока этот хрен подойдет налево, а он не подойдет налево. И дернуть вот там рычаг, чтобы выключить электричество. А он забаговался благополучно. А может быть вот отсюда, конечно, попробовать. Здесь они как бы поближе находятся. Да, точно. У меня гораздо больше заряда осталось на последующих слигов. Я только сейчас заметил, что когда Эйб переселяется в Слига, он также смеется, как Эйб. Слиг. Этот, по-моему, стоит на месте и никуда не ходит. Есть, хватило, прям капелюшечка. И разорвало его, да как так-то? Не знаю, буду пробовать, а что еще делать? Ну, я что-то не доделал. Вот что-то я там недовыполнил и куда-то не дошел. Почему вот в этой гауптвахте, которая справа сейчас от меня находится, никто не выходит? Как я должен среагировать? А, смотрите, что я пропустил. Вот, а с той стороны, скорее всего, будет лифт. Что-то с ящиками как-то справляется огнемет очень долго. Вот оно сохранение, вот она кнопка. Этим сохраниться не могу. Было бы, конечно, нагло. Не понял, где лифт? Я должен был приехать на этом лифте. Твою мать. Но откуда я должен был знать, что эта кнопка здесь не активируется? Надеюсь, сейчас я его не зря уничтожил. Очень-очень все запущено. И запутано. Внизу секрет. Секретка какая-то. Опа. Какая-то пещера. Барахло, как обычно. Можно батарею купить. Ну, одну куплю, хорошо, окей.
Газировка бесплатна. Ай, блин, Блатос-то не бесплатный. А зачем эта дверь? Может, ее взорвать можно? Сомневаюсь, конечно, очень сильно я в этом. Но мне непонятно, почему там есть дверь, в которую он не знает, как зайти, типа. Симулятор бомжа немножко. Мне дали моющее средство. Скорее всего, это нужно будет сделать дымовые шашки. Я что, не поюзал? Поюзал. Они у меня в кармане после загрузки. Почему они у меня остались в кармане? А, потому что я их сделал, сохранился. Все логично. Докуда доходит эта дрянь? До самого конца. Быстрее, парни! Уф, как это было близко. Так, вот здесь их спасти можно. Прекрасно. Сейчас поем дальше. А, дым улетает. Бах. И как от них спастись? Почему я не смог зацепиться? А, типа туда спрыгивать некуда, да? Засмотрелся на бомбы и пропустил лазер. О, охереть можно. То прикиньте, тут еще получается.
Что ж, дорогие мои друзья, этот этап дальше мы пройдем уже в следующей серии. Если понравилось видео, обязательно подписывайтесь на канал, поставьте, не забудьте, пожалуйста, лайк, откомментируйте это видео по вашему усмотрению, как хотите. Заглядывайте в мои другие соцсети, ссылочки будут в описании. А если не смотрели предыдущие серии, заглядывайте во весь плейлист, ссылка также будет в описании. Если есть желание поддержать мой канал, ссылочка также будет в описании на Donation Alerts. Берегите себя, всем удачи, пока!